Когда из крана не течет, а из канализации льет, на помощь «Сантехэконом» придет. Круглосуточная прочистка, отогрев и промывка скважин, труб и канализации. Обслуживаем всех, от частных лиц до крупных компаний. За доступные деньги избавим от проблем. «Сантехэконом» и ночью, и днем. Несмотря на диалог с Владимиром Путиным, Александру Осипову предрекают возможную отставку. По версии агентства политических и экономических коммуникаций, это может произойти уже в мае-июне, пишет Незыгорь. В ближайшей перспективе можно ожидать сезонной волны ротации в губернаторском корпусе. При этом, с учетом утверждения нового состава правительства после инаугурации Владимира Путина, заметная часть таких перестановок может произойти именно в мае-июне 2024 года, с возможным переходом части федеральных кадров на посты в Рио губернаторов, а некоторых глав регионов в руководство центральных ведомств, говорится в сообщении. Также аналитики считают, что риск отставки на уровне выше среднего характеризует глав ряда протестных регионов, например, губернатора Забайкали Осипова. Напомним, аналитики сомневаются, что губернатор Осипов сможет улучшить социально-экономическую политику в регионе. Также ранее сообщалось, что глава Забайкали хочет продолжить делать добрые дела на посту губернатора.